Волосовские просторы набирают обороты. В Калитинском и Бегуньском домах культуры прошел долгожданный двухдневный семинар по методике построения сети туристических услуг. А его организаторам удалось получить финансовую поддержку от Комитета по культуре. Также в прошлом году проект получил грант. Поэтому у нас появилась возможность реализовать ряд мероприятий вот в рамках этого проекта. То есть нам очень хочется, чтобы активная туристическая жизнь в нашем районе началась, и мы понимаем, что начало этой жизни – это создание именно инфраструктуры, объединение всех ваших усилий, всех наших усилий, всего того потенциала, который есть, чтобы как-то уже двигаться дальше. Название проекту дали по строчке из песни местного известного исполнителя, посвященной родному краю. Песня действительно очень любима в районе, и название взяли из текста этой песни. И я так поняла, когда мы собирали людей на этот семинар, как-то все знают этого замечательного человека Эдуарда Болконского, и какой-то действительно отклик земляков нашли. Семинар является одним из важных мероприятий в контексте начинающегося проекта. Например, он включает в себя разработку туристической карты Волосовской земли. На семинаре собралось много представителей из района, гостей Санкт-Петербурга и представителей туристических вузов региона. Местным жителям есть чем гордиться и развивать дальше. Уже несколько лет Волосовский район – лидер по производству сельхозпродукции. Мы держим первое место по валовому производству молока уже в течение, наверное, последних 5 лет. Сегодня наши работники сельского хозяйства доят на территории всех района до 90, вернее, уже более 91 тысячи тонн молока. Теперь с помощью этого уникального проекта можно сделать необходимый акцент на туризме, который нужен району. Организованный семинар прежде всего помог собраться заинтересованным представителям туристической сферы, чтобы обменяться опытом и получить профессиональные навыки. Они пригодятся в дальнейшем развитии проекта.